Привет, привет, ребята! Мы опять с Артуром в машине, как обычно. Привет, привет. Сегодня погода нас вообще с Артуром не радует. Отвратительная Везде дождь. такие серые облака, дождик тут был недавно, Туман. снег. Так что для нашего региона погода какая-то аномальная. И ко всему, конечно же, Артур, походу, заболел. Молодец. Вот. Наверное, простудился уже несколько дней, он кашляет не знаю. Я его записала на рандеву к доктору, к генералисту, врачу общей практики или семейному врачу, я не знаю, как его еще назвать. Вот, поэтому мы сейчас поедем, поэтому мы уже как бы с ним и в машине сидим. Посмотрим, что он нам скажет, потому что мне не нравится его кашель, нужно, чтобы посмотрел специалист. Да. Да? Тебе тоже не нравится твой кашель? Не, ну, потому что это мне и в школе просто мешает. Мы уже приехали к нашему доктору, на наше рандеву. У нас есть 10 минуточек. Мы находимся прямо возле медицинского центра. И пока у нас есть немного времени, решили с вами поболтать, рассказать, что же нужно для того, чтобы попасть к врачу во Франц. У вас должна быть обязательно карта Виталь. Вот так вот она выглядит. Это наподобие медицинской карточки, на которой находится вся информация о вас, о ваших заболеваниях, о визитах к врачу и так далее. И также информация о вашем ребенке, если он записан на вашу карточку, и также, ну, полностью вся информация по поводу его визитов, заболеваний и так далее. Также у вас должна быть страховка медицинская, она может быть платная, бесплатная. От этого зависит, сколько вы будете платить врачу, возможно, будут вам возмещена часть суммы после визита к врачу, или полностью будет возмещена вся сумма, или ничего. Это зависит опять-таки тоже от вашей страховки. И точно так же, если вам будут выписаны какие-то медикаменты в аптеке, вместе с этой страховкой вы тоже или платите полную сумму, или частично вам будут возмещены деньги, или полностью будет возмещена вся сумма за медикаменты. Вот так вот выглядит групп Медикаль. Здесь находится несколько врачей общей практики или семейных врачей, я не знаю, генералисты. Здесь вот их имена. Вот такой маленький небольшой медицинский центр. Bonjour, on a rendez-vous avec docteur Xavier. Daniel. Oui. Allez-y. Merci. Вот мы опять в машине, уже после врача вышли, он нам выписал лекарства, послушал Артура, померил температуру, сказал, что в принципе ничего страшного, просто сильный кашель, выписал сиропы и какие-то таблетки от кашля, которые нужно принимать 2 раза в день в течение 3 дней. И
в принципе, все. Сейчас мы заедем в аптеку, заберем эти лекарства. Консультация, кстати, у нашего врача нам обошлась в 27 евро. Это обычная стандартная консультация, по крайней мере, здесь у нас в нашем медицинском центре. Так что поехали в аптеку. Вот мы уже пришли к аптеке. Артур, на бумажку. Пошла. Он все. Donc ça c'est cortisone de le matin, pour pas trop le soir parce que ça énerve, vous comprenez? Oui. Que je vous explique? Oui oui c'est bon. De le matin, 3 jours. Hein? D'accord. En déjeunant le matin. Déjeune le matin, le petit. Oui, oui, c'est bon. Voilà. Et donc le sirop pour la toux. D'accord. Le cortisone, c'est pas. Non, à court terme, comme ça, sur 3 jours, ça risque rien. C'est une action. Anti-inflammatoire, parce qu'il tousse beaucoup. Mm-hmm. Donc on est obligé de donner un peu cortisone. Mais on ne le donne pas le soir parce que ça énerve. On ne peut pas s'endormir facilement. Hein? Donc plutôt le matin. Alors ce soir, il prendra du sirop. Ok. Hein? Et demain matin. Alors c'est parce deux. Que moi, je pensais que cortisone, c'est un peu. Non, vous pouvez sur 3 jours. Vous voyez, parce qu'il est très, il a une rhinopharyngite. Donc à la limite, là, vous pouvez lui en donner là s'il va goûter en rentrant. Ce soir pour que ça arrive, ça arrête cette inflammation. Okay. Voilà. Mais les deux, ça va l'énerver un peu trop. D'accord. Et demain matin, deux. Deux le matin. Okay. Après, sur 3 jours, ça risque rien. Il va avoir la forme. Hein, voilà.